Что, пистолетный раунд начался? Да, и снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами студия Майнкаст, и продолжаем мы смотреть за коллективами Zero Zero Nation против Team Spirit. Вторая карта этого Best of 3, первая карта у нас закончилась победой Team Spirit, забрали они достаточно легко, но вот со второй уже могут возникнуть трудности, все-таки Zero Zero Nation попытается здесь что-то противопоставить, но вот удастся ли это, мы сейчас и будем узнавать вместе с вами. Трай очень неплохо должен тут принимать, но слишком много людей на него заходит. Пати забирает у нас Трая. Уже в меньшинстве находится Zero Zero Nation, но отличная хаешка в сторону шорта. Без шанса разваливать спирит, и очень сильная стрельба. Кто-то сокол Зера в КТ, и думал, уйдет в спину Зик, но его контролят. Возможно, можно засейвить первый армор. Очень уверенные писики от Team Spirit. Там, конечно, Трай заигрался в Зиге, но его за это очень благополучно наказали. Да, ну и остается, по сути, два человека, Дамао и Коудзира, просто уходят, понимая, что особо-то ловить нечего, выбивать эту бомбу не представляется возможным. Ну а Team Spirit и только рады тому, что сейчас они заберут себе первый раунд в атаке вновь. Пати у нас забирает Коудзира, ну и, кстати, очень важный момент, это то, что на Вертига, что сейчас у нас Team Spirit начинает в атаке. И, возможно, примерно одинаковый результат нас может ожидать. Если на прошлой карте это хотя бы была карта оппонента, то сейчас это их же пик, и я думаю, что ребята здесь чувствуют себя как дома. Да, на Vertigo Пати показал нам очень крутую игру, сыграл топ-фрагером, и сейчас он делает 3 килла в пистолетке, уже 3-0. Смотрим антифорс исполнение Team Spirit. Посмотри, что защита делает, они стакают 3Б, и только один игрок на А. Это подготовка к сопернику. Они знают, что Team Spirit идут на будет Б. Колдер развалит первого. Ай-яй, как думал, не убил. Тратим мне время, забирает на топ медле Пати. И уже ситуация 4 в 3, большинство для Нейшн. Б база закрыта. Атака вынуждена уходить в Т спаун. Перегруппироваться под базу А, под лонг, возможно. Мэджис красный, 10 хп. Нужно дать Галил Чопперу поменяться оружием. Восьмерочка это кто? Мэджис только отходит с Б под Т-спаун на топ мидл. Да, конечно, сильно All Nation угадывают направление атаки от Team Spirit. Переворачивают, можно сказать, раунд. А то и начало первой половины. Как говорил Саша, Simple лучше здесь второй, чем первый. Раскидка Зига, смок авангард. Вот на джампер. Тут Трай на приемке со скаутом, он уже сделал один минус. Конечно, от Чоппера много зависит, но Трай. его Трай как жестко вырубает. Шикарно, Еще хедшота Трая одного, и забирает он. все, красный Чоппера еще и остался. Вандерфу прилетает. Да, ну там как бы еще и Лата вместе со своим говорит, у меня тоже есть скаут, я тоже могу стрелять, но по сути раунд здесь именно за счет Трая был забран, 3 килла он сделал, ну и как ты и сказал, лучше, конечно, забрать второй, чем первый, потому что сейчас как раз-таки у Zero Zero Nation есть варианты с девайсами, а вот у Team Spirit особо-то закупать нечего. Посмотрим, что они Да, но решат. целенаправленно Экономический. Полный стакали Б. экономический. Целенаправленно стакали Б и угадали. Ну что, смотри, что делают Team Spirit. Они решают просто фулл эко зарашить Б в молик. Возможно, удастся поставить бомбу, но нет. Колдзера делает 3 минуса. Давай, четвертого еще. 2-1. И в атаке все так же нету денег. Возможно, будут байть Галилы. Да, они берут бай. Галилы с гранатами. В защиту также хороший Пытается бай. Team Spirit, да, сейчас что-то сделать. Вандерфу, как мы видим, хотя я думал, что он, наверное, закупится каким-то пистолетом с фул раскидкой, но две флешки Галил решают все поставить именно на данный раунд Team Spirit, и, возможно, это будет большой ошибкой. Все-таки у них у вас бонус всего лишь 2400, после этого придется еще как минимум один раунд в случае проигрыша экономить, а то и два для нормального бая.
но, как мы видим, ребята верят себе. Чита опять стакает точки, начинали 4А, занимали четвером длину. Но как только увидели, что длину никого нет, они сразу же ушли все на Б. Идет перетяжка КТ, Колдера сам на Б. Первого, двоих оставляет красным, Дума урывается под флеш на Б. Его контрят. 2 в 4, как же жестко этим спире заходят. Ну, нужно сейвить, тут другого выбора нет особо, потому что Б-база очень плохо ретейкается, гранат нет. Лучше сохранить М-ку и калаш. Тут еще лурки с длины как настреливает хорошо. Пати может не отпустить. Спирит, алло. Хотя нет, Трайм и Систака делают очень хорошие 2 килла. Кстати, можно даже попытаться зайти. Времени все еще достаточно, правда ХП очень мало, что у Така, что у Трая. Так, а вообще там буквально в рубашке родился. Посмотрим, пойдут ли. Хаешка залетает под Вандерфлоу, но очень мало ХП ему сносит. К сожалению, пошла флешка. Ну и Така забирает. И Трай здесь понимает, что ловить нечего. Нужно убегать, сейвить данный калаш, потому что за ним, скорее всего, будет какая-то погоня. Нет, нет. Team Spirit тоже решает просто уйти. Флешка была хорошая, кстати. Вандерфлоу зажал слепую. Така было всего лишь 10 ХП. Ну что, Team Spirit сравнивает. Счет 2-2, у защиты нету денег. Трай засейвил один калаш. И, возможно, будут ребята из Овнейша делать эко. Ну да, на это похоже. Хотя Трай может дропнуть кому-то девайс, но решает просто отыграть эко вместе с одним калашом. В руках у Трая тоже вариант не самый плохой. Если вместе отыграть, то этот калаш может наделать шуму. Ой, плохая хаешка от Мэджикса. Снова Team Spirit начинают четвером, а то уже и пятером под Б-базу. Раскидывают Б-плен, Колдзера снова сам на приемке. Перетяжка далеко. Нужно убить Колдзеру, Б-бомб, Б-плен занят. Ну что, опять только на отстрел. Остается действовать ребятам из Овнейшн, Трай делает первый минус калаша. Ну и так же самое пойдет сейвить. Два успа могут позволить себе попробовать отстрелить кого-то. Вандерфлоу заметил Думау. Думау стал... Там у Думау еще есть... Да, очень интересный девайс. Вряд ли, конечно, ему позволят с этим девцом что-то сделать. Хотя, кто знает. Кто знает. Вроде бы на его поиски никто не отправляется. Просто прострелами Вандерфлоу сносит ему до 36 хп. Лата находит свою погибель от рук Мэджикса. Ну и теперь только 2 человека... Остаются Дамау и Трай. Трай все еще со своим калашом. Как говорится, был калаш в начале раунда. Ноль импакта, по сути, от этого калаша мы увидели, потому что слишком уж разрозненно как-то действовали Zero Zero Nation. И теперь у нас счет 2-3. Хотя, казалось бы, после второго раунда у Zero Zero Nation были супер хорошие шансы для того, чтобы очень быстро набрать раунды, вырваться вперед и против Team Spirit'ов. На чьей карте они сейчас выступают, было бы неплохо в защите все-таки проявить себя хоть как-то. Трай дропает калаш Така, покупает авик. Защита занимает лонг втроем. Атака снова отыгрывает дефолт по Т-шку. Занимается нижняя. Бомба на топ-мидле. Пати вышел мидл. Делает контакт, очень агрессивно играет Атака. Колдзера пикал под флешку, заметил Пати. Тут еще есть Така в КТ на хелпе. Атака своевременно отходит и пытается занять Зик. Хороший пропик от Спирит. Заставляют защиту нервничать, перетягиваться, укреплять мидл. Ну что, семерочка до сих пор под Б-базой халдит. Да. Ой, тут резко нас... пошел выход мидл. Резкий выход мидл. Перекрестом встает Така с Колдзерой. Колдзера не разменял. А как Атака играет? Она просто вышла, убила КТ и на ноге убежала назад в мидл. Теперь все двери перед ними открыты. Можно идти как на Б, так и Зиг. Уже в большинстве. Ну, ребята решают уйти все-таки в нижнюю Т-шку. Вместе сейчас будет подниматься. Там у нас... Дамау только один на приемочке Б плента. Мы знаем, что Колдзера тоже может очень быстро подключиться, но тем не менее Дамау нужно делать хотя бы первый какой-то энтри фраг и дальше попытаться застопить эту атаку. Начинается раскидка, Дамау готовится принимать флешку от Фрэнка. Начинается перестрелка, но только одного забирает. Колдзера выходит, забирает еще Вандерфлоу. Но вот размен от Пати не ожидал. 2 в 3.
Б занято, и теперь ребята Zero Zero Nation, ты понимаешь, на сейф уходят. Да, жестко бутят базу Б этим Спирит. Насколько дисциплинированно они играют на мидле. Они в начале раунда вышли, пропикали мидл. Поняли, что их прочекали, они ушли. Словили тайминг, опять вышли, убили КТ и снова с ножами убежали. И Кулзера просто, который стоял стака перекрестным огнем, даже не успел разменять, потому что его флешили флешкой. И за 2 секунды атака смогла, пока Кулзера был слепой, выйти, убить КТ просто и убежать назад. Какой-то такой гипер супер план на игру от Team Spirit. Ходить каждый раунд на базу Б. Пока что, тем не менее, этот план работает очень даже хорошо от Team Spirit. Уже который раз удается им зайти на бэплэнд. Причем даже укрепляли уже Zero Zero Nation этот бэплэнд. И, тем не менее, не получается. Каждый раз как-то Team Spirit где-то находит возможности. Вот они вышли на мид, пикнули, заставили оттянуться ребят. Как-то больше внимания привлекли там. И в итоге просто залетели на Б на ноге. Отлично отыгрывают Team Spirit. Возможно, сейчас будет какая-то смена тактики, потому что слишком часто ходить на Б, мне кажется, тоже может быть пагубно для них. Посмотрим, будет ли это какая-то попытка на длину, возможно, выйти, либо снова через шорт как-то зайти. Такое мы тоже уже видели. Отыгрывают дефолт 3-2. Команда Team Spirit. Двое в Т-шке занимают ловер. Трое холдят топ-мидл. Контролируется длина, контролируется зиг. Паси подходит нижнюю, там 2D в зиге. Ранее заметил паси. Здесь еще засейвленный авик, надо быть осторожным. Ай, какой хороший молик. Прогнал просто 2D в зиге. И что, это снова сплит базы Б? Очень своевременный. 2 мистика на Б. Там сейчас ляшка будет работать. Колдзера. Колдзера! Два жестких хедшота, думал, остаться на Б-базе. Но тем не менее, хороший размен атаки. Ситуация 3 в 3 и снова ретейк базы Б. Главное здесь Вандерфулу не подставиться. Итак, атака раунд взят. Ну а Вандерфул пока что может что-то сделать. На самом-то деле, правда, там три человека. Слушайте, там выбегает Вандерфул, промахивается первым и сквозь стеночку просто простреливают его, забирая данный килл. Чоппер вместе с тиммейтом остаются вдвоем. Ой-ой-ой, Чоппер. Один. Сирень принимает решение вообще обходить спину. Он может просто не успеть. Защита. Ай, защита не посмотрела спину. Врывается на Б-базу. Ситуация 2 в 2. Сирень в спине до сих пор на мидле. Бомба будет дефаться. Они не успевают. Китов нету. Китов просто нету. Из-за того, что это был и такое пор бывает. С заставленными девайсами, они просто не купили киты. С этого проиграли раунд. Ну что, Team Spirit продолжают доминировать на базе Б. И All Nation принимает решение закупить второй авик в защите, чтобы поставить один на А, один на middle плюс Б. И тем самым контролить такие вот резкие выходы от Team Spirit. Хорошая идея, я об этом сразу подумал. Смотрим, как они будут реализовывать две снайперки. Ну и первая тактическая пауза. У нас вот Zero Zero Nation понимают, ребята, что что-то явно идет не так. Как бы они в защите, а счет 2-5 и... Особо прям предпосылок к тому, чтобы они набирали дальше раунды, нет, потому что Team Spirit, я напомню, что в основном выходит на Б. Причем еще буквально один раз или два мы видели их попытку выйти на апленд, там через длину, например, что достаточно частый на самом деле выбор. Через шорт тоже пару попыток было, но тоже не особо удачный. То есть Б апленд пока что супер удачный для Team Spirit, ребята хорошо отыгрывают там. Но посмотрим, придумали ли что-то Zero Zero Nation, либо это просто была тактическая пауза, значит, для такого выдохнуть, с новыми силами взяться за данный раунд, потому что есть девайсы, два АВП, которые сейчас очень многое могут порешать. Лата на длине. Бить темп сопернику. Лата на машине, дал инфу, что пати упал в яму. Атака заняла длину на первом тайминге. Ну и, в принципе, наверное, будет отыгрывать раунд от длины. Двоих посадили в яму. Мэджетс отходит, контролит спину. Колдзера лазит в нижней тешке с авиком. В защиту есть вся инфа, что это лонг. Так как тешки нету, медла нету. Какой-то фишечный смог будет откидывать лата. Пока не будет
Ну что, атака потихоньку-потихоньку подходит под выход А базы. Длины. Мэджик полетел. Врывается на рампу. Лато его ждет. Лато. Мэджик его заметил, шьет смог. Трайс и газ забирает Мэджиска. Прикрывает Лату. Два игрока хайдятся в пленте. Убивают все-таки Лату. Так взрывает бомбу. Сгорает Пати. Ситуация 3 в 4. И очень сложно будет разлить команде Team Spirit. Но Вандерфул убивает КТ. Така подставился. Бомба ставится на платформу. Толзера распикивает Зига с АВП. И два авика в ретейке. Это очень сложно. Вандерфул сделал очень важный ключевой минус. И защита будет просто ретейкать троем Зига с двумя авиками под один смок и под одну флешку. Но здесь для Вандерфула должно быть слишком легко. Попади. Попадал. Попал. Кирин убивает Думао. И Колзера будет сейвить авик. Браво. Браво Вандерфул. Очень важно было убить чувака в КТ. Выровнять ситуацию 3 в 3. Ну. Честно говоря, Оунейшн могли по что-то получше придумать за то время, все, когда они знали, что это выход длины. Не была вся инфа. Напомню, ситуация была 4 в 3 в меньшинстве для Спирит. Так и убил пленте двоих. Но Вандерфул разрулил для своей команды важный байраунд. Да, ну а я, дорогие друзья, напомню, что партнером трансляции является киберспортивный букмекер. Активируйте бонус на сайте, сделайте 3 ставки. Если одна из них не сыграет, GGBet вернет проигранную ставку на ваш счет. Поэтому кликайте по баннеру в описании под стримом. Ну а мы продолжаем смотреть за данной игрой. Zero Zero Nation против Team Spirit. Лата получает по голове. Очень хороший тайминг словили Team Spirit. Вовремя под флешку ретейкнули лонг, словили Лата. Уже находили у себя преимущество 5-4. И просто все двери перед ними открыты в этот раунд. Они продолжают халдить четвером на длине. И только Пати красным слушает Т-шку. Плохие позиции на А у защиты. Если атака начнет двигаться сейчас, у них будет большое преимущество при распике точек. Готовится на смоки КТ, сирень кидает первый. Пойдут ли спирит? Так, подсадочка для Трая. Трай сейчас будет проверять, но длину начинает простреливать смоки. Мэджик его контролит, и какой шикарный выстрел делают по Траю. Така понимает, что там слишком много флешек летит. Уже рампау его запушила, Сайрон забирает, но стака. Остается два игрока защиты против пятерых, пускай эти пятеро и каленые, но в данной ситуации уже это не играет роли. Отступает у нас Дома вместе с Колдзера. И со спины еще приходит Пати, забирая еще один килл для себя. Ну и Колдзера. Куда бежать? По идее, его со всех сторон сейчас могут начать окружать. Но он сам идет на перестрелку с Пати. И в принципе в этой перестрелке он может даже и выиграть. Да, забирает Пати. 40 хп остается. Время еще как бы нужно потянуть. Там еще и нижние тэшки к нему идут. Замечает Колдзера, начинает перетягивать чоппером. Еще тут и Вандерпул, но нет. Слишком много людей для одного лишь Колдзера в данной ситуации. 2-7. И все идет примерно так же, как и на Вертига. Чуть ли не один в один. Да, очень уверенно реализовывают свои планы в атаке Team Spirit. Очень красивую реализацию нам показывают, как они действуют под гранат, как они чувствуют друг друга. Действительно, очень хорошо все смотрится пока что для них. Занимается опять длина, защита полностью отдала длину. Я так понимаю, это какой-то эко-форс с четырьмя диглами и МП-шкой. Ну, хоть какая-то атака, попытка, я думаю, дефолт будет от... Да, Zero Zero Nation, но 5 человек через бокс выходит на длину. Это можно было бы законтрить, но, как мы видим, на апленте вообще никого. Така только на мосту находится, и, по идее, он может дать хоть какую-то информацию. Есть инфа, что там Морик залетел за машину, но и на этом пока что все. Трай со спины очень неплохо может зайти в случае чего, но, как мы видим, только Така может как-то приостановить эту атаку. Закидывается хаешка,
заденет, да, задевает одного. Минус 52 хп, но атака тоже подгорел немного, начинается прострел. Смоков, отличные хедшоты летят пока что от Zero Zero Nation, уже минус 2. Трай тоже подходится ближе и ближе, но 17 хп, это, конечно, мало. Проходят Team Spirit и дальше. Нужно ответы делать какие-то. Magics. 3 Зик, 1 КТ, 1 Гендальф. Нужно ставить бомбу. Атака выжигают. Молик не тушится, молик не тушится. Нашиваю атака в смог. Уже 3-4. Дали смог зиг. Проверить надо на элевет КТ игрока близко. Вандерфул мутится в упор зиг. Ой, как хорошо он замутился. Не убивает второго. На чопе разменивает. И остается трай красный против двоих. Байзер просто отстрыгнул. Увидели. 3-5. Но, ладно. Попытка была хорошая от ребят из Zero Zero Nation. В принципе, если бы еще одного удалось как-то там подшаманить, подзабрать, и тогда бы, я думаю, могли и раунд взять. Но, увы, с пистолетами удалось только так. Счет 2-8. Сейчас у нас будет, наконец-то, бай у ребят. И посмотрим. 4 МК, 1 АВП. С этим, в принципе, можно что-то придумывать. Как мы видим, у Team Spirit упать вообще в руках УЗИшка. То есть... есть неплохие шансы. А вот воспользоваться этими раз, шансами или нет? Да, просто влетает на Б. Ну, у Трай есть авик, он страхует. База Б занята, только если Трай сейчас не распикает с окна. Он пикает, убивает одного, уже большинство для защиты. Пальцы красный. Тем не менее, бомба должна ставиться. Обнуляется смог двери. Ну что, пойдет Т-шка или нет? Да, Колдзера идет в соло Т-шку. Если его убьют, это уже будет 3 в 3. Но Колдзера справляется со своей перестрелкой. Пати остается, наверное, врываться в окно. Он врывается, остается Сирен 1 в 4. Убивает Колдзеру. 1 в 2. Сирень. А, не заметил трай, который упал в плент. Бомба дефается. Ну что, 3 в 8. Наконец-то, на 8-й раз приняли базу Б. Благодаря Трай. Мне кажется, уже сами Zero Zero Nation уже не знают, когда же этот B-план закончится, потому что, ну, чуть ли не в 70% раундов Team Spirit ходит именно на B, и чаще всего это просто плюс V-выход через туннель. Все, ничего там замудренного, ничего там сверх какого-то крутого, просто впятером вылетая через туннель, ставят entry headshot, и на этом, в принципе, все. Дальше приходится выбивать. Ну, посмотрим. Крутой. А так, благо, да, что... Да. Благо, что Трай был с авиком на мидле, он смог, скажем так, сдержать эту Б-базу. Именно авика не хватало все время на Б-точке. Смотри, что делают Спирит. Они нагло продолжают гнуть свою линию. Трай делает дабл, снова на Б-пленте. Спириты! Ну, в 9-й раз-то не законает. Повезло Траю, конечно. Он сделал дабл, опять на выходе Т-шки. Спириты остаются 3 в 5. Перегруппировываются под А. Дали смог на Х. Вандерфул убивает в мидле Трая. Трай немножко заигрался наверняка. Пати, если прочитает близко, будет 3 в 3, нет? 2 в 4, чоппер с Вандерфул остаются. Ну вот и еще один раунд, за который могут зацепиться и должны зацепляться. Но Zero Zero Nation, чоппер вместе с Вандерфулом остаются вдвоем. Шансы, конечно, имеются. Есть у них 2 смока, 2 молика. В теории можно какие-то позиции подзакрыть и... можно было бы даже попытаться через шорт на А, либо через Т-шку на Б. То есть вариантов, наверное, в мид не стоит. Хотя, если смог на КТ забросить, то тоже можно попытаться что-то придумать. Но, как мы видим, ребята решают именно в сторону шорта направляться. Вариант сейви также остается, так как денег очень мало. Если этот проигрывают, отдают два девайса, то, возможно, это будет последний бай. И то не со всеми гранатами. Распикивает медленно зиг, так один на приемке. Ему нужно просто жить. Он откидывает флешку. Хелпа есть лонга. Тако убивает чоппера. Вандер просто один. 7 секунд на таймере. Тут главное не умереть после времени. Ну, Вандерфул, я думаю, сам понимает тоже. Пробрасывает смоки, пробрасывает молик, чтобы его точно тут не забрали. До конца пытается жить, но там прилетело уже под конец. Все-таки выживает, сейвит АВП. П
Хоть как-то. Денег хоть как-то выходит из этого положения. Ух! Нам не показали изначально этот килл от Трая, но там просто шикарный. Просто шикарнейший даблкил от него. Наш ошвычил. Последний бай от Team Spirit. Тут два тэшку. Хорошо, хоть не пятером. Zero Zero Nation втроем занимает длину. Один человек ходит, я так понимаю, на КТ. Ну и вблизи, прям на приемочке туннеля, находится и Дамау. Так, а? Возможно, собирался на помощь идти в сторону Б-плента, но пока что контролирует просто Даблдор. Хаешка тоже туда же летит, но, как мы видим, никого она не задевает. Чуть-чуть буквально пати теряет КП, но это не смертельно. И смотри, что делает защита. Куча времени. Полностью отдают лонгу. Защита полностью дает лонг. Перегруппируется в шорт. Хотели ставить под флешку. Трай делает первый минус. Колзера делает второй. Удачное решение. Уже 5 в 3. И атака вынуждена искать свои. Вандерфул промахивается. 2 в 5. Пятый раунд уходит в копилку. У Нейшн, только если Сирен сейчас не почекает. Маут, он чекает. Там еще Така в окне. Увидел дуло. Он увидел дуло. Увидел самого Така. Начинается перестрелка, но пока что просто размены по ХП. Залетает еще молик под Така. Так понимаешь, что нужно спрыгивать оттуда. А вот его ждут. Его ждут, но там флешка хорошая. Чопперы. Сайрон у нас зафлешены. Ну что, четвером пойдет. Против нет. Двоих. Нет, времени мало. Времени мало. Гранат нету, 10 секунд на таймере, надо проходить без дыма. Да, его отстреливают, сирень 1-3. 5-8. У спиритов нету денег. Все-таки Unnation смогли набрать минимум. Переломить ход первой половины. И заставить делать эко Team Spirit. Да, ну и я так понимаю, что Team Spirit просто оставляет сейчас деньги на последний раунд. Закупается буквально там двумя диглами, все остальные остаются с глоками. И что теперь? Ой, а теперь Чоппер получает выстрел от Трая. И у меня прогрузилось, у тебя тоже? Нет, все нормально. Нет? Ага, ну тогда я сейчас буду тебя догонять. Извиняюсь, дорогие друзья, такое иногда бывает. Нет, меня зависит. Не спешит атака. Ну, как говорится. Отдаваться от Трая. Очень быстро все договним. По-моему, делают ранбуст на топ-мидле. Да. Трай заметил, нет? Да, заметил. Не спешат. Возможно, в такие моменты команды общаются, как им сыграть следующий бай-раунд. Чтобы не использовать паузу, на эко можно... Просто стоя, спокойно обсудить все моменты. Помню, так раньше в 1.6 делали Нави. Все время на эко стояли АФК и обсуждали. Сирень убивает Cold Zero, ситуация 4 в 2. Два дигла выходят в Зиг. Така на приемке. Он живет, не палится. Играет правильно, двоечка на хелпе. Думаю, кидает флешку, под которую Таку будет пикать. Два Гендальф, Таку не заметил. Заметил и убил. Ну что, последний раунд первой половины нас ожидает. Ну, знаешь, каким бы последний раунд не был, что 7-8, что 6, даже 9, не самый плохой результат для Zero Zero Nation, потому что в случае чего они могут во второй половине забрать быстро пистолеточку и привести все к 9-9, или даже при более хорошем счете для них они могут даже вырваться вперед, что тоже немаловажно. Посмотрим, позволит ли этим Spirit, все-таки защита, я думаю, у них тоже... Не самая простая будет, которую прорвать. Ну, а последний раунд сейчас нам и покажет, кто из этих двух команд с каким счетом отправится во вторую половину. Да, все-таки защита на Дасте втором среднестатистически является сильной стороной. А Team Spirit за слабую уже набрали 8 раундов. Так, а выгоняют упоры на мидле. Он откидывает молик. Думаю, человек от верхнюю тэшку. Атака занимает зиг.
И, возможно, нас ждет раскидка апплента. Правильно, приемки с рампы. Защита только вдвоем на А. Така может успеть на хелпу с КТ. Трай неплохую флешку забрасывает. Начинается раскидка на мост уже от Team Spirit. Спрыгивает палит вниз, пати. Еще один дропается вниз и забирает все-таки Така пати. А вот остальные пока что боятся дропаться, понимая, что там есть молодой человек на Така. Трай тоже отличный килл делает. И втроем против пятерых все хуже и хуже ситуация у Team Spirit. И все ближе и ближе счет 7-8. Остаются всего лишь два игрока атаки. Magics и Wonderful. 25 секунд на таймере. Нужно ставить бомбу. Бомба упала вниз. Нет, бомба на руках. Прошу прощения. Magic не идет близко Зиг. Его убивают Зига. Wonderful остался 1 на 4 в пленте. Фейк по бомбе. По первому промахивается. И это 8-7. Дымау делает заключительный фраг. Я хочу, ребята, вам всем напомнить, что сейчас идет 131 день полномасштабного вторжения России в Украину. И Мейнкаст совместно с украинским сервисом Донателло собирает средства на помощь вооруженным силам Украины и мирным жителям, пострадавшим в результате войны. Чтобы отправить помощь, приходите по ссылке по трансляции. Также, ребята, у Мейнкаста есть просто прекрасный, качественный мерч, который еще просто шикарно выглядит. Также, когда вы покупаете наши кофты, футболки, 50% идет на помощь ЗСУ. Так что не отказывайте себе в таком удовольствии приобрести такую уникальную вещь. Да, да, именно так, дорогие друзья. Ну а мы уходим на небольшую паузу, буквально две минуточки, возвращаемся к вам с второй половины Team Spirit против Zero Zero Nation. С вами студия Maincast, никуда не переключайтесь. Итак, дорогие друзья, продолжаем с вами наблюдать за данным противостоянием Zero Zero Nation против Team Spirit. Первая половина закончилась со счетом 7-8. Посмотрим, смогут ли Zero Zero Nation продолжать в том же темпе забирать раунды у Team Spirit, тем более на их карте. Все-таки это очень важный момент. Атака сейчас в первом раунде крайне важна. И посмотрим, удастся ли зайти им на B-point. Судя по всему, именно туда они и направляются.
нашел выход на Б. Сирен принимает первого с чоппером. Чоппер делает минус 2. Ситуация 3-4, Калдира в Т-шке. Немножечко захлебывается атака, но тем не менее два игрока еще в пленте живы. Вундерфул обходит спину Т-шку. Очень важная перестрелка, Калдира ее выигрывает. Мэджис делает размен. Уже три игрока защиты на Б-пленте. Думао остается на машине, Калдира в Т-шке. Думао делает минус по пленте, по сирене. И что же будет делать Калдира? Нужно помогать. Думао все так же на машине, Калдира пикает, делает минус по чопперу, как же они разруливают. Мэджис остается 1 в 2, просто раунд переворачивается сверх на голову, Калдира делает заключительный минус. И вот она, ответная пистолетка от Аунейшн. Калдира, 19 на 13. Отличный раунд проводит сейчас у нас атака, и это позволяет им, скорее всего, закупиться чем-то неплохим, возможно, даже будет пару калашей. Нет, к сожалению, только у Калдира, я так понимаю, хватает денег на калаш. Все остальные закупаются тем, что было. Два Галила, Узишка и Скаут в руках у Трая. Хотя у Трая, в принципе, со Скаутом тоже, я думаю, может себя проявить. Ну, а у Team Spirit 2 5-7, 2 Фармгана и Скаут у Вандерфула. Посмотрим, чей же бай окажется сильней. Всего лишь один игрок у нас на апленте находится в лице Мэджикса. Вся команда Team Spirit перетягивается под А-точку. Возможно, будет бегать КТ под флешку. Начинается проход. Мэджиск будет откидывать дым в плент. В принципе, защита готова к приемке. Чоппер подставляется в КТ. Вандерфул не попадает в ЗК. Мэджиск остается в пленте. Здесь атака должна продавливать базу А. Особо проблем. Мэджиск живет. Атака красный. Также два красных игрока защиты. Мэр скрывается, умирает. Ну все. Базу А заняли. Осталось только выбить пассив КТ и сирень в Зиге. Можно ставить бомбу. Бомба уже стоит. Да, бомба ставится. И как бы пассив, ведь, мне кажется, особо ничего не сможет сделать. Забирает его Така. Ну и Калдира тоже сейчас может забрать для себя Килецкий. 9-8. Хорошие два раунда сейчас уходят. Атаки, посмотрим, будет ли закрепляться это все десятым. Все-таки Team Spirit должны, скорее всего, делать эко. Без него очень трудно будет потом нормально закупиться. Ну, а я, дорогие друзья, хочу... Да, к сожалению, ни одного. Прошу. Я хочу напомнить, что партнером трансляции является GGBet. И он дарит всем пользователям бонус на матчи IEM Köln. Коэффициенты, которые вы сейчас видите, можете на своих экранах. Так что активируйте бонус на сайте GGBet и получайте страховку ставки. Тем временем минус 2 уже у Team Spirit. Full Echo у Team Spirit. Мы пешкой врывались в мидл. Дали голову таку, но никого убить не получилось. Мэджиск остается один в тэшке. Его думал будет убивать, убил. Ну что? Ключевой раунд сейчас будет, один из ключевых во второй половине на карте Dust 2. Хватает и денег на авик, только с первым армором. Вандерфул покупает АВП с первым армором. У атаки есть респа на длину, будут ли они ее занимать. Сейчас посмотрим. Кровь из нас, нужно забирать раунд для Team Spirit, потому что не будет денег. Уже счет 10-8, начинают они 3Б. Авик в мидле. Как же жестко Трай перестреливает и переигрывает Вандерфула. Очень важный минус, уже защита остается в меньшинстве. Тем временем прошло занимание Зига. Атака понимает, что мейн снайпера убили и скорее всего авика на А нету. И сейчас было бы отличным решением просто выйти А, либо засплитить как-то с длиной. Всего лишь два игрока остаются на пленте. И Пати делает очень важный минус. Разменивает он Калдиру в Зиге. И здесь очень стрёмный момент. То бомба идет в длину, а Трай в соло в Зиге. Сейчас может вообще случиться очень плохое приключение с командой Ownation. Могут либо Трая одного подловить, убить. Либо смачка какого-то не хватит. Там с КТ как-то бомбу нашьют. А еще и Мэджиск на гусе сидит. Ну что, защита будет понимать, что Мэджиску пора помогать на базе. Как же Така его сносит. Это был ключевой минус в этом раунде, скорее всего. Очень жестко Така прочекал гусь.
Да, Рай и говорит, сейчас у нас направляется защита. Нету. Защита начинает у нас идти в сторону шарта, но здесь Трай пробрасывает смачок и, по идее, должен дать информацию, что можно, я так полагаю, заходить и ставить бомбу. Чоппер со спины вместе с Айроном. Так, ну и Патти вообще уходит на Б. Они будут выбивать девайсы. Счет 11-8. Да, все началось с того, что Трай очень жестко перестрелял Вандерфула в мидле. Все-таки набирает Трай обороты на второй карте. На вертига у него не шло. Но сейчас он нам показывает очень хороший уровень. Напомню, что он сегодня вообще Астралис закрыл. Там что-то 16-6. Сыграл там с КД 2 с чем-то вроде. Ну и Чоппер, возможно, тут поджидает кого-то загулявшего, который пойдет там чекать бокс или что-то в этом роде. Возможно, на последних таймингах тоже зайдет сам же бокс подчекать. Но, так или иначе, 11-8 и очень хорошие раунды. Пока что уходит 0-0 Nation, а вот Team Spirit никак не могут найти свою игру в защите. Хотя вот сейчас первый тайм-аут они берут. И как раз, мне кажется, самое время, потому что... Нужно брать себя очень быстро, находить себя как-то в этом матче в защите, потому что 0-0 Nation не готовы отпускать. А даже, возможно, готовы все выводить на Ancient. Прикольно вообще наблюдать за двумя молодыми талантливыми снайперами. Это Вандерфул, которому 17 лет, который с Украины, и Трай, который с Аргентины, и ему тоже 17. Ребята уже 17 лет играют на тир 2 сцене с, скажем так, с дедами, с олдскулами Counter-Strike. Ну, новую кровь иногда нужно подводить. Это важно. Она раздодоривает этих стариков и позволяет им играть еще лучше, как старые добрые, так сказать. И посмотрим. Пол 3 тэшка от атаки. Пати апали в зиг, защита заняла лонг, Мэджис чекивает топ мидл с банки. Ну что, атака находится на этапе принятия решения, постояли в тереспе, подумали, перекинули бомбу два раза и пошли опять 3 в тэшку, и бомба почему-то идет на топ мидл. Вандерфул убивает лонг, опять-таки перестрелка снайперов 1 в 1, но теперь выигрывает Вандерфул, очень важный момент. Бомба находится на топ мидле. И трое в тэшке. Возможно, это будет какой-то сплит Б, либо же просто бомба придет на Б. Но команда Team Spirit полностью готова к этому. Бежит уже в тэшку. Чоппер готовится там пробрасывать смоук в туннель. Но, возможно, будет уже поздно, но хорошо тут принимает атака. Остальных зафлешили. Еще и прострелы сквозь смоук минусует дома. Остается всего лишь два игрока атаки. Лата и Коудзира понимают они, что ловить здесь, судя по всему, нечего. Отступают они и сейвиться, бегут куда-то. Правда, 35 секунд, как бы, еще очень долго придется сейвиться. Но я думаю, они с этим справятся. Справятся, потому что защита лезть не будет. У защиты также очень мало денег. И им нужно засейвить оружие точно так же, как атаки. И они, я думаю, дадут им это сделать. Ну, в принципе, в атаке экономика еще есть. Сейчас будет укрепляться Team Spirit по экономике, и нас ждет очень интересная вторая половина с близким счетом. Интересно, увидим мы такие же быстрые раунды от Nation, как и Team Spirit в первой половине. По типу выхода B Rush. Ну, видишь, тут очень решает первая, скажем так, дуэль снайперов. Кто выигрывает эту дуэль, тот 90 или 80% уже выиграл раунд. Да, да, все так, как ты и сказал. Посмотрим, сможет ли все-таки Вандерфул как-то укрепить свою снайперскую позицию, потому что по счету пока что все не супер гладко, и Team Spirit очень близки к тому, чтобы прямо отдать эту карту, а этого не хотелось бы делать. Все-таки 2-0 это 2-0, нельзя выводить все на Decider, там может переключиться все, что угодно. И Team Spirit должны это понимать, учитывая, что Вандерфул, возможно, еще не настолько опытен, как хотелось бы. Да, дропали такая, 2-1-2. Лонг.
Опять дефолт ретешка. Я вам напомню, что победитель данного матча уже гарантированно выходит в финальную стадию и ем колок. И Team Spirit осталось выиграть всего лишь одну карту. Ну, медленно занимают Зиг. Колдзера выступает в роли такого плеймейкера. Контролят карту, контролится Т-шка, контролится поджим длины, занимается Зиг. В принципе, базу себе для продолжения раунда Овнейшн обеспечили. Теперь осталось только принять решение. Главное, чтобы оно было правильным. Team Spirit что-то почувствовали и отдали бы базу и идут укрепляться под мидл. Овнейшн все так же в Зиге. Пати идет, идет в упор, и он может принять в ухо в смог сейчас Пати. Очень важный момент, Пати. Так, а заметил его или нет? Нет, заметил. Пати делает только один минус. Нет, два. Он еще живой. Трай разменивает. Ситуация 3 в 3. Лато на позднем отыгрывает длину. Будет ли он ждать мэджа с ковьями? Пока непонятно. Думау ждет спину Зиг. Чоппер уже на рампе. Сирень в КТ. Мэджик все так же в яме, лонг не играет. Трай заметил, попадает прошивом. Думал разменивает, ситуация 2 в 2, бомба дефается. Нет, это фейк по бомбе. Киты есть. Гранат нету, молик на плент. Ой, это очень много времени. Он успеет раздефать, он успеет раздефать. Секунда в секунду, просто... Какой раунд? Сирень раздефал бомбу и через 0.01 секунду просто сгорает в молике. На волосинке выигрывают очень важный раунд для себя Team Spirit. Да, 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 есть такой моментик, но счет все еще в пользу. Все-таки 0-0 Nation, но Team Spirit нужно продолжать в данном же темпе играть, потому что они один раунд буквально того, чтобы сравняться. Но вот дальше нужно будет выходить вперед, и вряд ли 0-0 Nation будет за этим просто наблюдать. Да, теряет уже Трая. Так и подбирает его АВП. И, возможно, сейчас будет заменять своего погибшего тиммейта. В принципе, для этого есть возможности. Но вот два АВП в защите могут этому препятствовать. Вандерфул играет с АВП и Патси тоже. Чоппер на шорте. Авик и моментально его реализует. Тут такой момент, что Овнейшн слишком много убивают Team Spirit'ов. Даже если Team Spirit выиграют раунд, у них остается в живых всего лишь один или два игрока. Из этого у них очень мало денег, но денег нет также у Овнейшн, и сейчас игра близится к кульминации. И в этой кульминации Овнейшн остаются 4 в 5 без своего мейн-снайпера. И с красным таку. Не красный, пол хп. Здесь под ступеньками в Зиге стаб от Team Spirit. Им откидывается молик. Пати контролит, байтит на чоппера. Но тут Колдера будет соло пропикивать. Ой-ой-ой, чоппер проблемы забирает и размен. По Колдера 3 на 4. Мэджик понимает, что там в боксе. Мэджик забирает первый, забирает второй. Да, хорошо. Да, хорошо. Но вот Дамау все-таки ставит ему хедшот. Правда, очень вовремя пришедший Пати заканчивает данный раунд в пользу Team Spirit. 11-11, но опять же навязывают очень хорошую борьбу 0-0 Nation своим противникам. Посмотрим, будет ли продолжаться в данном же темпе и дальше. Пока что все выглядит супер и супер интересно. Жестко Пати убил прифайром 2D, но еще жестче момент, когда флешка Пати заслепила второго выходящего из банки. Мэджик убивает первого, а второй выходящий флешится от флешки Пати. Счет 11-11. Последние деньги, последний бай у атаки. Защите хватит еще на один. Есть авик у Трая. Минута 30 на таймере. Тешку прочекали, длину контролируем. По зиге информации нет. Чоппер стоит в упоре мидл. Мэджик идет опять под агрессию в банку. Овнейшн будут ретейкать длину, по-моему. Нет, отпикивают топ мидл. Решают не рисковать, сыграть более дефолтно. Отбить Зиг, после этого принять какое-то решение. Пати пошел в агрессию апр Т-шки, не попадает. Его прикрывает Сирен. Размен 4 в 4. Смог на слит Б прилетел. Есть инфа, что один на Б. И атака моментально перетягивается на базу Б.
Только один сирен. У нас только один опорник, кстати говоря, находится на Б. И пока что именно сюда, судя по всему, направляется. Zero Zero Nation лежит смоук. Зачекают ли? Полетел еще один, продолжает смоук. Окей. Отступают. Zero Zero Nation, понимая, что просто смоки вылетать это себе дороже. Уходят вниз. И, возможно, через мидл будет выходить. Но здесь чоппер на приемочек. Нет, тоже. Проходят дальше. Думают, ну, может, на шарте повезет. 20 секунд остается. Слишком закрытый и хороший дефенс играют Inspirit. Здесь очень мало шансов остается для команды All Nation. Они вряд ли смогут выйти из Зиг, потому что 10 секунд на таймере. Защита готова на закрытых позициях. Вандерпул промахивается. Чоппер с Мэджиском разбираются. Ну, благо есть тиммейты. Холдер остается один. Позиционно переиграли этим Spirit All Nation. Даже если снайпер промахнулся, все равно раунд забирается без шансов. За счет позиции, за счет того, что они понимали вектор направления атаки. Денег нет у All Nation, только у Калзера засейвленный калаш. И тут такое решение не сильно может быть оправданное. Он засейвил калаш, у него 400 долларов. Сейчас эко с одним калашом, а потом опять будет считать плохой бай. С пистолетами там или с гориллом. Пасси делает агрессию на мидл, Калдера его не слышал. Пасси уже контролит нишку, он уходит, но дал инфу, что Калдера прошел зиг, а на А базе в этот момент никого нету. Два игрока защиты смотрят лонг, но благо откидывает Пасси моли Калдере. Калдера дает своим инфу, что А сайт чисто, один КТ, возможно они на длине. Тем временем атака стоит четвером с бомбой под Б. Калдера уже вышел на мост, проходит дальше распикивать А. Сайт. Сейчас атака должна раскинуть Б-плент и стянуться к Калдере. В принципе, она это и делает. Пойдет выход Зиг. Калдера, главное, не подставиться под Авик. Либо под М-ку какую-то на лонге. Чоппер его вообще не ждет. Чоппер! Как же ты отвороточ, поворотыч! Это очень важный хорошо фраг. Хорошо стреляет Чоппер. Так, слышишь, что там еще заходят у нас игроки. Zero Zero Nation, Чоппер. Засел, ждет пока что своих тиммейтов. Бомба устанавливается, чоппер готовится принимать. Так, возможно, сейчас будет его пикать на... Так, что увидел тень? Вроде бы увидел тень на рампе. Да-да-да, видит прыгающего така и слышит. Но как же така? Сквозь смоки ставит по чопперу. Патя приходит на помощь, вроде бы даже не подбирая девайс. Пистолет пытается подстреливать, но не выходит у него. 3 на 3 ситуация, падают еще игроки. У нас Team Spirit остается 1-1. Дамал против Сайрена. Он просто время есть. Потому что есть инфа, что он в КТ. Он был в мидле, и он успевает разыграть бомбу. Чуть не заливают свой раунд Team Spirit, но пятером умирают просто. Вот это драма. Да, раунд, конечно, интересный получился. Чоппер тут до последнего пытался жить, но как хорошо, что он успел забрать Калдера. Если бы он не забрал Калдера, я думаю, раунд был бы похоронен прямо здесь и сейчас. Все-таки это такие очень многое дал, ну и 1-13, ой, 11-13. В итоге Сирен выиграл 1-3. Успевший раздефать, ему дали инфу, что ласт на мидле, он успел просто раздефать. Занимают длину защита. Также 3 тэшка дефолт от атаки, Фати в нижней, на очень агрессивной позиции. Надо задолжить флешку и убить первого, но он откидывает молик. Попадет, не попадет. Он слышал тэшки игроков. Нужна тупа, он промахивается. Закрывает себя в нижней тэшке, ему откидывают молик, он себя тушит. Фати нужно спасать. И его спасают, чоппер сжигает Калдеру, какое хорошее прикрытие у команды Team Spirit. Пати в итоге остается живой, Вандерпул тем временем убивает на суициде бомбу и снайпера Трая. Думау открывает Б, уже выходит на сайт, но бомба в суициде, и это знают Team Spirit. Б сайт занят, остается один игрок в нижней, один на Б сайте и один стереспец с бомбой. Думау сейчас... Как же он проперся, Думау убивает двоих просто на подходах к Б базе. Чоппер остается на А. Мэджикс на топ мидле, и All Nation просто переворачивают раунд. Думал, тремя фрагами просто вскрыл базу Б, перевернул раунд, и команда Spirit, возможно, будет сейвить, потому что денег нет. Это такой важный раунд. Да, я бы сказал, что они 100% должны сейвить, выбивать против троих, это супер опасная затея, хотя чоппер достаточно... Ага, он подошел, чтобы забрать АВП, и сразу же отступает, да. Все правильно, денег, как мы видим, 2300, 1750, то есть ребята прям на мели,
Я не помню, что у них по лосс-бонусу, но вроде бы даже минимальный. То есть 1400, и этого явно будет недостаточно для того, чтобы хоть как-то в следующем раунде нормально закупиться. Единственное, кто там что-то сможет прикупить, это предположительно Вандерфул. Все остальные это просто там пистолеты, раскидка, возможно, какой-то фармган. 3-5 была команда All Nation. И при ситуации 3-5 Думао в соло выходит на Б, убивает первого. Потом с окна просто в ряд сели двоих. Уже бы был счет 14-12, в атаке бы не было денег. А так игра переворачивается опять. Теперь у защиты нету денег. И посмотрим, как они справятся с этим и что они будут покупать сейчас. Возможно, какие-то скауты. Но есть Вандерфул, авик у Вандерфула, есть авик у Патси. И они решают закупиться полностью на последние деньги, при том, что Чоппер отыгрывается одним 5-7. Ну, кстати, интересный выбор, они покупают еще одно АВП. То есть они могли купить М-ку там с раскидкой, либо еще что-то в этом роде, но приоритет отдается именно второму АВП. Интересное решение от Team Spirit. Ну а Zero Zero Nation берут у нас вторую тактическую паузу, понимая, что сейчас чуть ли не самый важный момент данного матча, потому что... Ну, с их стороны у них есть некоторые деньги, которые они сохранили, поэтому, в принципе, можно один раунд себе позволить проиграть, но не больше, потому что Team Spirit, скорее всего, схватятся за эту возможность и вряд ли отпустят. Видно, что Патси... А, два авика засейвили. Прошу прощения, не заметил. Видно, что Патси чувствует уверенность, для этого сейвился второй авик, но также хочу отметить, что Трай, он постоянно ищет первые пики. Именно для этого нужно два авика, чтобы законтрить терровский авик. Занимается длина, Лата собрал всю информацию, что лонг чист и защита его не занимала, он уже проходит за синий. Калдера контролит поджим мидла, двое играют тэшки. Но атака никуда не спешит. Атака заняла лонг, выпустила Лата и все так же стоит на своем дефолте. Чоппер вливается в нижнюю. Чоппер вливается в нижнюю, при этом двое игроков защиты подходят поджимать верхнюю тэшку, а там только двое игроков атаки и сейчас будет перестрелка. Возможно на игру. Думао замечает Чоппера, Чоппер не убивает его, и Вандерфул разменивает. Ну, очень неудачный размен для защиты, сейчас атака уже в преимуществе, и начинает проходить под базу А, а там только на защите Пати с авиком. Но Пати промахивается по первому, и это уже 4-2, и раунд очень вряд ли возьмется команда Team Spirit. Magic в КТ, Вандерфул все так же на грибах. Заходит на А. Базу команда All Nations будет ставить бомбу, и защита вынуждена сейвить. Счет 13-13, у защиты нет денег, и команда All Nation с Калдерой просто переламливают ход карты Dust2. Да, хорошие пока что раунды проводят Zero Zero Nation. Все ближе и ближе варианты того, что они либо заберут пик оппонента, либо все же выведут на допы. Что тоже, мне кажется, очень даже вероятно. Потому что Team Spirit не настолько плохо пока что отыгрывают в защите. То есть, да, есть какие-то пробелы, есть моменты, где что-то идет не так. Но, тем не менее, удается им из раунда в раунд какие-то девайсы сейвить. Какая-то раскидка тоже имеется. То есть, в целом, есть варианты. Ну и Вандерфул здесь под конец забирает еще и Дамау. 13-13, 1900 лост бонус был. И что теперь делать Team Spirit'ом? Возможно, 3 эко и 2 гана вот эти на руках и все. Вот так, скорее всего, и будут делать Team Spirit. А я уже начинаю побаиваться карты Ancient. Напомню, третья в случае, если выиграет All Nation, будет Ancient. Также напомню, что победитель данного матча сразу же попадает в финальную стадию EM-ка Logan. И будет сражаться с лучшими командами мира. По-моему, там за первое место 980 тысяч долларов. Тем временем Кулзера на ноге занимает Зиг просто. На уверенном пробегает, убивает Патти. В Зиге Трай убивает еще и на мидле снайпера. И просто вся защита с двумя девайсами спиритов рушится. Падает. Теперь главное не отвалиться по одному. Лату жестко зачекивает Чоппера. Ситуация 2-5. И... Неужели All Nation так стремительно выходят вперед? Да, они это делают. Сирень сейвит с Мэджиском на Б-базе. Бомба ставится на А. А смогут ли засейвить? Скорее всего, их пойдут выбивать.
я так понимаю, потому что Трай уже находится в верхней Т-шке, возможно, еще остальные подтянутся. А если хотя их выбьют, нет. Авика не будет, денег не будет. Колдеры все-таки чувствуют игру. 25 на 18 статистику показывают. Ну и Трая тоже хочется отметить. Очень важные минусы делает он со своим авиком. Все-таки идет, пытается все-таки атака зажать. Да, они выбивают девайс. Еще сейчас, если мэджинска найдут, вообще денег не будет. Два красных. И они это делают все. Нету авика у защиты полностью. Гранат нормально нету. Счет 14-13. Команда All Nation делает все просто, чтобы забрать 15-й. Magic вынужден покупать фамас. Не знаю, тяжело. Ну и еще одна тактическая пауза. Третья тактическая пауза от Zero Zero Nation. Понимают ребята, что сейчас супер важный раунд. Да, конечно, экономика у них позволяет в случае чего отыграть и в следующем, и после него, но, тем не менее, хотелось бы 15-й оформить именно здесь и сейчас, потому что дальше у Team Spirit нет денег, а, соответственно, возможности практически нулевые. То есть 2900 — это как бы... Ну, что-то закупят, но не более. Поэтому данный раунд чуть ли не решающий сейчас для них. 10 секунд фристайма остается, посмотрим, что Team Spirit придумали. Самый, скажем так, ответственный момент. Они решили играть 4b, наверное, какой-то поджим мидла либо тэшки. Magic при этом откинет молик на лонг. Уже двое игроков защиты поджали тэшку, собрали инфу, что это не б. Есть понимание, что атака движется в направлении лонга. Сейчас защита должна просто отпустить полностью титаник и тэшку и пойти стакать а. Также есть информация о топ-мидле, что никого нету на мидле. И сейчас защита полностью понимает, что скорее всего 5 игроков атаки направляются в сторону длины. И будет раскидывать КТ с маками, там, моликами плент и проходить на А. Да, понемногу готовится раскидка. Magix тоже понимает, что скорее всего сейчас полетят флешки и все остальное. Готовит в руках смачок. Но пока что понемногу продвигается близко. Только... Да, Колдера вот Колдера уже под флешку пытается проверить, нет ли кого близко в сайте. Возможно, сейчас будет еще и чекать КТ. Сирен перестреляет Колдера, очень важно. Тебе не показалось, что Колдера поспешил? Скорее всего так. Скорее всего так и было. Но, возможно, его тиммейты сейчас все разрулят. Magix может принимать. Начинается перестрелка. Забирает Wonderful и Magix. Ай-яй-яй, как опасно. Еще и один Сайрен падает. 4 на 2. Казалось бы, все так хорошо начиналось для Team Spirit, а заканчивается все точно так же, как и в предыдущих раундах. Двое выживших убегают с ганами. Колдера так уверенно пошел. Его за это наказали. Но потом как круто сыграли под флешку All Nation. Зачекали плент, гендер. Зачистили полностью точку. И уже имеют два матчпоинта на карте Dust2. Опасное положение у Team Spirit. Я бы сказал, что сейчас у них реальные шансы отлететь 16-13, потому что, как мы уже говорили до этого, денег не то чтобы много будет. Скорее всего, что-то раскинут, там какие-то фамасы, либо фарганы для своих ребят Чоппер и Патси, но вот хватит ли этого? Мне кажется, не особо. Главное, что авика нету. А это уже сложно в защите без авика принимать фулбай. Ну что же, возможно, решающий раунд в этом противостоянии. Ой, какой хороший выстрел, казалось бы, но чуть-чуть не хватило для того, чтобы сделать энтри фраг Траю. Лата за синим. Прилетает молик, придется себя тушить. Ну и Мэджикса флешка немножечко отгоняют. От его позиции уходит на просвет.
в сторону КТ. Защита пытается угадывать, например, атаки, уже стакается вдвоем в пленте, один в КТ. Только Патси отыгрывает в нижней Т-шке, уже в верхней. Также Вандерфул в Зиге. Конечно, девайсы у защиты не очень хорошие. Фамоса перестреливаться с калашами будет сложно. Начинается Мэджикс готовит у нас выход тут... длины. Да, такое затишье перед бурей. На случай чего. Ну, три человека на планте. Готовится принимать. Начинается раскидка. Полетели смоки на просвет. Флешки тоже в ответ. Ну и Мэджикс будет принимать. Есть небольшой тут между смоком и землей просветик, куда он пытается вглядываться. Но вот кого-то заберет Ли. Сирен убивает Дума. Минус у Мэджикс Дума, делает минус. Минус первый, второй. Очень важно. Трай остается с... Так вот, 2 в 4. 25 секунд на таймере. Атака на рампе, его пикают, получается перестреливать. И Team Spirit забирают все-таки раунд. Очень важно и очень круто отыграл Мэджиск. Сделал 2 минуса на гусе. Дождался все-таки, выждал все гранаты, переждал, задоджил. Ух, Team Spirit. Отыгрывают один матчпоинт. All Nation. Немножечко, мне кажется, занервничали. Берут четвертую из четырех пауз. Понимают, что сейчас могут быть и допы. А это последняя карта, последний шанс зацепиться за этот матч. Ну да, и четвертая тактическая пауза сейчас может привести либо к победе ребят из Zero Zero Nation, либо все-таки к допам. А второй вариант мне кажется более вероятным, что ли, потому что есть некоторый такой, мне кажется, мандраж у ребят из Zero Zero Nation, и по прошлому раунду это было видно. Team Spirit, конечно, тоже молодцы, но тем не менее. Что же, да, давайте говорю, наблюдать. Последние секунды говорю, до начала point, раунда. Не матчпоинт, маппоинт. 2D делают суициди для Трая. Трай никого не видит. Защита заняла лонг. Отыгрывают 2 battery А. В принципе, все дефолтно. Калдзера с Думау уже проходят нижнюю Т-шку. Ну что, здесь, наверное, не мешало бы только Пати стянуться в КТ, например, либо на гусь, чтобы застакать А-базу. Ну и все. Выкатывает смок под беду Мау. Собирает инфу, палится сам. Занимается кэтволк. Пошло, пойдет сейчас занятие Зига. Ну какое-то такое... Под сплит Б база готовится, что ли? Под фишечный молик распикивается упор медла. Уже вышли мидл, и я тебе скажу, решение очень хорошее, это так. Начинает ключевой у нас момент. Zero Zero Nation заходить на Докленд. Минус от Зера, минус от Зера, пока что размен равный. В меньшинстве ретейкать базу Б. Неужели это третья карта? Спирит. Будут идти на ретейк с очень невыгодных позиций. У Вандерфула еще авик. Трай делает первый минус, уже 2 в 3. Думаю, атака красная. Хаешка машина сейчас полетит. Молик плент. По атаку попали. 2 в 2. 14 и 15 хп. А хп это мало? Мало секунд на таймере, 10 секунд. Машина и тачка. Машина и тэшка, чекается или нет? Убивается первым. Нету инфы по машину. Нету инфы про машину. Дефается бомба. Пати прикрывает телом. И так он делает минус 4 раунда в раунде. И убивает просто всех. Выигрывает карту Dust 2. И нас с вами ждет Ancient. Именно так, дорогие друзья, заканчивается у нас вторая карта. Ждет нас все-таки Decider в этом противостоянии. Хотя, казалось бы, какой Decider после первой карты. Но вот мы видим, что Zero Zero Nation очень даже уверенную игру показывают и не готовы просто так сдаваться. Буквально 15-минутный перерыв и возвращаемся.